Нет. Эй, на борту! Чего тебе? Дядька, что за товар везете? Может, он сгодится? Может, сгодится, если кош хороший имеете. Привет! Здоров! Держи конец! Четверо на виду. Костик, дам команду, начинай пальбу. Пиндосы только не задень. Да не беспокойся, Миш. Пистолет убери. И я буду балакать, ты не встревай. То расколет в раз. Чего расколет? Да с того. У тебя такой же рыбак, как с меня доктор. Говорю, молчи, значит, помалкивай в тряпочку, гулит по местам. Кидай! Как оно? Немного, нет. Нормально шли? Какой там нормально. Под Керчью такое было, страшно вспомнить. Самойленко, это засада! А ничего больше нема. Так больше ничего и не надо, чудак. Майорчик, ты что вылез со своей морды, а? Я ж думал уже. Уже, я ж сказал, пока не скажу, никому не высовывай. Ну так. Ну так. Дальше мы. Миша, там раненый. Ну тащите сюда. Если не помер, будет жить. Сейчас. Как его скрыть? Ну так. Да дышит еще. Миша, сволочь, что ж ты своих-то, а? Мух? Да что вы его на голое железо-то положили? Поднимай кто. Вань, Мух, ты как здесь? Миша, скажи, почему? Миша. Мухов, ты как здесь оказался с беляками? Миша, какими беляками? Мы везли там внизу сундук товарищем Ревком. Фельдман. Миша, найди Фельдмана. Вань, найду. Ваня. Ваня! Помер! Беда. Он стрелять начал? Я же не знал. Да уйди ты с глаз давай! Ну, Ржевский.
Ну, давай ты уже заходи, ты. Нет. Чё встал, погоняй! Сундук заховать у пиндоса, муха вот похоронить. С этими шо? Оставьте тут, их свои заберут. Интересно, что Ржевский скажет за этот фокус. Миш, давайте я с вами. Не надо. Нехай съездит, мало ли что этот гад задумал. Серьезно? Прыгай. Трогайся, Эй. Да. Да. Ладно, мы с пиндосом текаем, вы похороните этого Мухова и уходите берегом. Место припомните, потом папа покличем. Пиндос! Что, как? Так себе. Взяли? Взяли. Что на мукомольне? Спокойно, он с полчаса как подъехал. Один? Один? Сюда и поедем. Куда? На мукомольне куда? Давай, что ты топчешь, я не пойму. Ну, поехали. Винч. Миша, красиво. Мы же договорились, что вы один приедете. А вы? Что это значит? Что это значит? А что значит этот фокус? Вы говорите, на шхуне офицеры. Мы кладем 7 человек. Шикарный вид. Они такие офицеры, как я, Равин. И Майдан свой перли совсем не вашему Алмазову. Или это вы так шутили? Да какая разница, красная и белая? Такая! Что, может, за красных я и не взялся бы. Миш, зачем нам политика? Да не в этом дело. Просто не люблю, когда меня играют в темную. К тому же среди тех парней, что мы повалили. Дружок мой оказался. Как теперь? Да никак. Что сделано, то сделано. Сундук где? Так не будет сундука. Мне эти цацки теперь без надобности. Мне бы грех отмолить. Да и вам они ни к чему. Вы с ума сошли.
Миша, вы дурак. Даже больше, чем я предполагал. Господа! Вот тебе здрасте. Стоять! Панчик, а ты говорил стоять, здесь тихо. Стоять. А ну стоять! Дайте оружие! Ваше кидай, благородие. А то всех пугают. Давай, давай. Вася, это не мы. Помилишь, не так сразу. Башков! Я ваш брат! Всех вязать. А? Забирай, Серёга. Ага. Ну, пошли, Михаил. Давай, давай, вперед. Топай, топай. Почему не едем? Применить надо, господин Тор. Давай. Час назад японцы своей шайкой не просто совершили налет, а убили и ограбили курьеров, которые везли золото и драгоценности красным в подполье на огромную сумму. Почему вы об этом раньше не сказали? Это секретная информация, Осип Емельевич. Подробности потом. Заметьте, при себе у них ничего нет. Досадно. Ценности надо забрать. Они из сокровищницы государей принадлежат России. Что же вы собираетесь делать? Думать. Да, Осип Емельевич, вы к японцам пока не ходите. Все понимаю, но дело прежде всего. Вот сокровища заберем, и потом берите, делайте все, что хотите, не жалко. Хотите, расстреляйте, хотите в тюрьму. Учитывая ваше к нему отношение, думаю, вам даже приятнее будет. А пока он мой. Какой вы, Миша, балаган устроили. Главное, зачем? Чудак вы. Как это зачем? Вот оно и выходит же. Не с дурной головы я сундучок-то прибрал. Я бы его привез, так вы меня тут и кончили. А я без того вас кончу. Не сомневайтесь. Снова шутите? Теперь же совсем другой коленкор выходит. Я же теперь денег стою. Чистый Ротшильд. Откупиться хотите? Да вы не за этим пришли. Давайте уже, баш на баш. Положим. Так вон, отправьте Сеню Карапета. Он того малого. Я скажу, он привезет сундучок. Нет, ну, с ним понятно, мои ребята приедут. Чтоб все по-честному. Башко! Ну, ты что пошел? Что я тебе сказал? Миш, в сарай идите. Да нет, спасибо. Я здесь с хлопцами посижу. Да успокойтесь уже, куда я дену. Папироску лучше дайте. Вам не жарко? А я в прохладу пойду.
Доброго вам здоровья. А ну стой, куда прешь? А что, дядечку, купите ковуны. Что? Какие ковуны? Ты кто такой? Да ты дивись, какие гарные ковуны, аж полная корута. Тихо, тихо, дядю. Сдох, падла. Жалко. А то бы я с ним побалакав за брата моего Гришу. И за то, как сестру его резал. Да ладно. Тут есть с кем по душам побалакать. Эй, хорош там! После лютовать будешь. Люди говорили, ты меня искал, японец. Ты был дел. Ну вот и свиделись. Шо, не рады? Не рады. Э. Ну давай хоть поздоровкаемся. Я так, для почину. Мы с тобой долго балакать будем. Яша, ты же говорил, их двое будет, а? Яша, значит. Ну что, японец, куда тебя ткнуть? В глаз или еще куда? И Герша нет встать за тебя. Это вас слабани. Я. А что ж ты так, а? А я голову сломал. Кто? Он. Он и на дачку твою навел. Жаль, не получилось в прошлый раз. И зараз про сундук рассказал. А кстати. Где сундучок-то? Что-то я его не бачу, а? Ну, с чего, а, пальчик? А? Заткнись. Да не, я понять хочу. Не люблю, когда непонятно. Хоть задорого продал-то. А то. Яша свой интерес держит. Сука ты, пальчик. Заткнись ты сам, ты сука, понял? Тебя самого списать надо было, давно! Слюнь-то подбери, заплевал всего. Вот такие мы с Яшей друзья. Друзья? Врешешь? Не был ты мне другом. Не был ты мне другом! Тихо. Ты потом с ним посчитаешься. Сундук где? А сундук тетю. Да? Да я тебя вместе с ним зарую. Где золото? Да будет золото, за ним карапет поехал. Пусти меня!
их там? Так я сосчитал, что ли? Много. Может, 10? И 8. Я же говорю, он сразу Мише по морде дал. А потом уже нам руки начал крутить. Вот я же ему говорил, намутит тут киевский сволочуга такая. Миша же у нас самый грамотный. Христо, надо людей собрать, человек 10. Не можу. Как я их соберу? Они вон все по хатам сидят. И что делать? Их там до черта, а нас 3? 5. А с откуда 5? Что ты кипишуешь? Вон нас 5. Ну 5. Все одно надо ехать. Ну что ты встал? Ты тащи сундук. Здорово, пацаны. Едем? Едем. А то ходи. Ой, чтоб тебя. Малый, а тяжелый. Брат, а помогай. Добре. Пальчик, жрать ты хочешь? Он сало не жрет. Их еврейский бог насчет сала не одобряет. Какого? А? Киевского нема. Кого? Раевского. Надо пошукать. Да грец с ним, может, убег. Нет, он здесь где-то, я чую. Шабер. Мандула! Ну что? Да брось ты эту падаль, дело есть. Одного забыли, пойдем пошукаем. Гляни-ка, фактура. Что, японец? Вставай. А что уже? Гостей встречать будем. Акула. Вот я что-то не понял, а где полиция? Где надо полиция? Гроши привез. Ты как? Яш, а ты что там стоишь? А где надо, там и стою. Продал он нас этим. Давно уж. Побалакали и будет. Сундук неси. Я тебе что, дурной? Японца отпустишь, принесем. Пасть закрой, слухай сюда. Японца я с собой забираю. Версту проедем, выпущу. Слово даю. Но если ты за нами поедешь, я его на лоскуты порежу. Сундук неси. Пиндос? Шабер. Прими кассу, Шабер. Тяжелый. Ну что, побалакали и разошлись. Акула!
Саша, дурак! Стоять! Брось! Не подходи! Да жить будешь! Заткнись! Ой. Ну что, Иуда? Развяжите, что мне до ночи так валяться. Манец, развяжи. Извини, не надо. Ну давай, что стоишь? Да бегу. Не надо. Что вы такую пальбу начали, как по бутылке? Вы ж могли во мне дырок понашел. Так и здрасте вам с кисточкой. Они вас тогда с собой увезли, а коп же их не оставил. Забрали. А лучше, чтоб я с ним рядом был, а? Ну, Миша. Что еще-то? Миша. Ржевский обег. С сундуком ходи кубик. Костя! Шикарный вид. А мы же нагоним. Ща, нагоним. Все, ускакал, ваше благородие. Пишите письма. Да и черт. Да? А что? Что, Изя? Ты с утра пораньше под пулями только нагибаешь. Народу положили, это что-то страшно. Так что ж, наши ж все ж целы. Так это все задарма, Изя. Этот пот золото увез. Да ладно, какое золото? Так, мусор. Что? Да я что, дурное золото сдавать? Вон пиндос накидал железя, каких не нужно. Изя, а если б кто проверил? Да ладно, проверил. Не до того было проверять. Изя, ну ты меня умиляешь. Да что я с акулой не нюхался? Хорош вы, а! Ну, сейчас пальчиком будем делать. Как полагается. Нет, ты такой смелый, Изя. Так а что делать? Ну и что, ты сможешь? Да я что знаю? Может, смогу. Да ладно. Съезжать надо отсюда. Сеня, подавай сюда. Пальчика забирай. А там... Вставай, Иуда! Не подходи на меня! Это тебе за все, Яша. Thank you.
Забрать его надо. Да его свои заберут с полиции. Дурак ты, Витя. Мы ему свои. А ну, подмигни. Ося, ты что же, живой? А ну сюда все, быстро! Ося, 100 лет жить будешь. Дай утро. Ну что, Соломон Яковлевич? Как он? Живой. Ну, хоть может говорить? Он может говорить. Он мне сказал, что убил того человека, который забрал у нас Зою. Это так, Мойша? Это так. Он убил. Он так сказал. А больше... Больше он ничего не сказал. Наверное, подумал, что я буду рад. Как можно быть радом, когда убили человека? Это был не человек. Когда Бог с чего-то сотворил его человеком, так это человек. Не надо вести меня домой, Мойша. Я буду здесь. Он очнется. Я хочу быть рядом. Не спать. Не, Майорчик. Есть еще одно дело. Юра, меня удивляет ваше спокойствие. Этот негодяй убил наших товарищей. Я уже не говорю о деньгах. Софья Павловна, он же сказал, это была ошибка. Хороша ошибка. За такую ошибку одно наказание – смерть. Да перестаньте вы уже скакать. Миш. Саша, у меня тоже нервы не железные. Я же тоже психануть могу. Скажите, чтобы она перестала прыгать. Тихо, товарищ. Софья Павловна, сядьте. Да оставьте. Успокойтесь, прошу вас. Миш, ну, в самом деле, вы ограбили нас в неподходящий момент. Деникинцы вот-вот сдадут город. Мы готовим восстание. Нам деньги. Вы, собственно говоря, зачем пришли? Ну, вот сейчас со смеху попадаете. Деньги хочу вернуть. То есть? То есть вы действительно вернете ценность? Ой, Саша, самому жалко. Ну, отсыплю себе трошки. Ну. Я ж тоже расстроился. Наглость. Софья Павловна, я прошу вас. Да не беспокойтесь, я не обижу.
Просто вы поймите, Саша, я тоже не могу без интереса. Я же не граф Толстой. Меня люди не поймут. Хорошо, хорошо, мы согласны. Миша, а кто навел? Нам необходимо знать. Это роман с приключениями. Нашелся один интересный чудак. Имя, Миша, имя. Это архиважно. Операция проводилась в строжайшей тайне. О том, когда придет шхуна, знал только наш человек. Глубоко законспирированный сотрудник ЧК. Поймите, мы даже лица его не знаем. Связь держим только через тайник. И больше никто. Никто. Ну что ж, протух ваш чекист. Да вы только не плачьте. Я ж знаю, что говорю. Знаю, кто это. Он сказал, что с утра его уже не будет в Одессе. Его сейчас уже нет в Одессе. Мало ли как из города выбраться. Он же сказал, за границу. А как выбраться, когда поезда все стоят, потому что красные перекрыли все пути? И только утром этот пароход уходит на Марсель. Майорчик, как этот пароход? Каледония. Ну ладно. Вы хоть не ложитесь, я ее пошел. Только, если вам без интересу, то я сам сбегаю до Халидонии. Нет. Это наше дело. Саша, у нас есть товарищи на Халидонии? Спасибо. Зря ты им пообещал груши вернуть. Они же малохольные. Потратят на глупости. Не жмись, майорчик. Живи широко. Да жалко просто. Неплохие деньги. И считай на ветер. Да я ему уже не отдавал. Только Мухов же. Мы с ним по этапу и в пересылке. И считай всю дорогу в соседи покойки. А тут, получается, я его. Я же не пес какой-то, пойми. А гроши будут. Гроши мусор. Как знаешь. А я, кажись, понял, с чего пальчик сдурел.
Да с денег с чего? Да не. До денег он всегда аккуратный был. И с нами он пошел не потому, что схотел, а потому, что боялся свое упустить. Ну так же что? Мы жируем, он что слева. А сдурел он с того раза, как ты розочку себе забрал. Грустно, бледна, а тебе тоскует сердце в эту ночь. И лишь луна со мной одна, но она не может мне помочь. Ну и дурак. Мог бы обратно забрать. После тебя он не мог, потому и взбесился. Поздно, небо хмурится грозно, слезы от тебя не утаю. За что я страдаю? Судьбу проклинаю свою. Что ж ты молчал, раз дотумкал? Сделаем лыхань. Шен Матвей. Яша Бен Матвей. Немедленно освободите улицу! Что ты орешь? Ты разберешься! Кто-то допустил! А он тут, ваше благородие! Мне сказали привезти, я принес! Вон, сукин ты! Ваше благородие! Вот я его нагайкой! Чего нагайкой-то? Ведь сказали доставить до генерала, я доставил! Гляньте сами! Что ты привез? Ваше превосходительство! Что у вас за... Бесконечный бардак, Студзинский! Посмотрите, ваше превосходительство. Так что, осмелюсь доложить, в том, что Ржевский большевистский агент, нет никаких сомнений. Ваше превосходительство, информация абсолютно достоверная. Если чего и жаль, так это то, что как следует не удалось побеседовать с господином Ржевским. Мы с полковником Гриневичем собирались, да вот. Рекомендация. Письмо генерала Алтунина. Ну что ж ваше, контрразведка. Ваше высокопревосходительство, именно от генерала Алтунина и получены разоблачительные бумаги. Генерал крайне разочарован, он сам был введен в заблуждение. Почему вы мне не доложили? Не хотел торопиться, Алексей Николаевич. Взяли под наблюдение, хотели выявить связь. Увы, на подлинную историю господина Ржевского мы вряд ли узнаем, но и того, что известно, достаточно, чтобы его повесить. Авантюрист с размахом. Антихрист, а не авантюрист. Действительно служил у министра графа Хвостова. Зимой 17-го предложил свои услуги ЧК. Но прослужил недолго. Погорел на махинациях с конфискованными ценностями. Был приговорен к расстрелу, но отпущен по личному распоряжению Дзержинского. А кто же он такой на самом деле? Алексей Николаевич, я более чем уверен, что Ржевский Раевский – резидент ЧК. Более того, я уверен, что он вел двойную игру. Политика его не интересовала. Что тогда?
деньги. По агентурным данным, подпольный ревком ждал крупную сумму денег из Москвы на организацию восстания в городе. На одном из причалов Одессы нами обнаружена шхуна, на которой везлись деньги. Весь экипаж перебит. Несомненно, это дело рук Ржевского. А кого еще? Николай Никифорович. Простите. Деньги нашли? Никак нет. Пока. Но одно радует, красные их тоже не получили. Перед смертью Ржевский оказал нам услугу, так что без денег на организацию восстания в Одессе у товарища ничего не выйдет. Мадамы, месье, сегодня утром я делал променад и плакал. Вы спросите меня, почему, я отвечу. Потому что я уже привык. А вижу, что пора отвыкать. А как не хочется, вы себе не представляете. Вы меня, конечно, спросите. Ёнчика, к чему это ты так привык? Так я вам отвечу. Я привык к тому, что по утрам мама стала говорить мне: «Бонжур, сыночка!» А в кофейне булочки стали называть круассанами. Какое тихое, правда? Хорошее слово. Круассан. И так и все. Все. Они садятся на свои красивые пароходы и отплывают в свою красивую Францию. Адье! Задь гизун! Но с чем остаемся мы? Мы остаемся без бонжуров, без круассанов и с разбитым сердцем. Я не знаю, как вы, а я рыдаю. Добрый день. Лиля, родная моя, вы уже собрали вещи? Когда отъезжаете? Вроде нет, остаемся в Одессе. Милочка моя, да вас же повесят. Немедленно бегите отсюда, спасайтесь. Уносите руки. Что случилось? Как что? Союзники уходят из города. Надо бежать. В Париж. В Париж. Ну, это безобразие. Я жду уже 3 часа. Все парикмахерские переполнены. Вы ложились? А, нет. Чего же ждете? Красные в городе. Надо удирать. Вы что, побежите так? Непричесанная? Вот только Николай молодец. Я на днях все почувствовала, посетила ателье, модистку еще вчера сбегала и в цирюльную и завелась. Мадам, я должна бежать. Бегу. Альберт, ну, коль пойми, горячий путь. Ты пожалей, здесь страшно.
Ты представляешь, вчера посреди Катерининской на своем сивом мерине ехал кот. Так вся же Одесса орала. Да здравствует лысый Котовский, будто в городе нет короля. Как тебе такое? Да парень гвоздь. Без мыла в жопу лезет. И главное, такой важный сабли. Прям че я генерал. Ну, я вот думаю, может, мне тоже в генералы, а? А что, пошью себе галифе с лампасами, шинель с подбоем, а? Шикарный вид. Ты что, сдурел? Да что, чего, куда с нашими мордами лампас? У нас же другой фасон. Миша, у меня до вас дело. Так. Миша, тут такое дело. Завтра в Одессе праздник в честь освобождения от белых. В опере будет собрание. А, слыхал. Да, и концерт. Ура! Памяти героям революции. А что же под меня-то хотите? Я же не петь, не танцевать, не поэтому... Нет, тут другое дело. Миша, ваши люди ведут себя пока более-менее прилично, Миша. Ну, сознательные же, мать. Нет, случаются инциденты, но мы закрываем глаза. Пока. Миша, я вас прошу, завтра на время концерта обеспечьте революционный порядок. Вы меня понимаете? Да я вас понимаю. Ну, кто бы понял меня. Ловите ушами моих слов. Нехай ваша контора делает себе усталый вид в день бенефиса. Пишите афишу, чтобы любой одессит на каждом углу мог прочесть, что лично Михаил Японец гарантирует тишину и покой от начала спектакля и до 12 при 2:00. Мы договорились. Как вы сказали? До свидания, товарищи! Вот и мысль, товарищ. Ну что, ты куда? Домой куда? Приходи, ребят, ну мало ли что. А что? Сейчас патрули пустят, может и зацепят. Кого? Меня, да ты шутишь. Они же на наши гроши гуляют. Отдыхайте, товарищ. Ты говоришь, Цир, как ты можешь такое говорить? Куда ехать? Как? Очень как? Просто, папа. Пароходы еще ходят, пока ходят. И уже многие уехали, вы сами об этом знаете. Но здесь же я не понимаю, зачем? Папа, вы действительно не понимаете, зачем? Нет. Здесь нельзя оставаться, папа. Но почему? Почему? Потому что здесь революция! Потому что пришли красные! Потому что будет кошмар! И все об этом говорят! И потому, наконец, что в этой стране евреям никогда не будет хорошо. А где евреям будет хорошо? Назови мне такое место, Циля, где? Я не знаю, папа. Ну, давайте продадим ваши магазины и уедем во Францию. Как это? Продадим? Ты сошла с ума, Циля, с ума. Ты сумасшедший. Как это продать? А все остальное? Господи, ну что? Что все остальное? Что остальное, Циль? Так все. Твоя мама. Она лежит здесь, недалеко. На втором еврейском кладбище. И моя мама.
и мой папа, и свекр, что вам земля, и вся наша родня. Все до одного цели. Все здесь. Это что, тоже можно продать? Папа. Бекицер. А твой муж? Что он? Как с ним? Он что, тоже поедет с нами в эту твою Францию? Или он не поедет? Или он отпустит тебя? В чем, знаешь, я лично очень сомневаюсь. Мне все равно. Что тебе все равно? Тебе все равно? А мне не все равно. А мне не все равно. Цели нет, нет. Ты стала такой умной, что чересчур, что мне не хватает головы понять. Тебе все равно. Когда у тебя есть муж, тебе все равно. Когда Раби сказал, что вы муж и жена, и тебе все равно. И он еще не такой плохой муж. Не такой плохой. И он любит тебя. И поверь мне, это очень и очень немало. Не нужна мне такая любовь. Не нужна. Я не хочу такой жизни. Я не могу. Если вы меня не понимаете, то знайте, что я уеду. Что? Да, уеду и увезу самую сопочку. Что? Что ты такое говоришь, доченька моя? Мама, здесь нельзя. Мне нельзя здесь оставаться. Господи, никому нельзя. Папа, папа, боже мой. Ну, пожалуйста, ну, подумайте. Ну, что ее здесь ждет? В этом городе, в этой стране, ну, что хорошего ее здесь ждет? А что хорошего ее ждет там и всех нас? Там мы будем хотя бы просто жить. А Миша что? Как с ним? Миша? Я не знаю, папа. Не знаю. Так всем концертом вообще смех один. У Леди Утесова сперли фраг. Да ладно. А он тут с какого бога? Леди Утесов, он конферансье. Кому же, если не ему, Изя, ты шо? Кто-то залез через форточку. Прихватил его фраг и тютюк. Ну, а другого у Леди нету. Кто ты такой наглый? Ты же просил не трусить артиста, тем более Лёдя. Да то не с наших. Может, залётных кто. А что он до меня-то не пришел? Лёдя обиделся. Что он говорит, раз до меня так, то и мне не надо. Он же гордый. Извините, умоляю, сделай красиво. Делай. Да, и скажи там нашим за этот концерт, чтобы пока товарищи гуляют, чтобы они не барагозили. То я же пообещал, Топчик. Скажу. Чири-бим, чири-бом, чири-бим-бом-бом-бом-бом, чири-бири-бири.
желаете моей смерти? Скажите честно, вы желаете, чтобы меня расстреляли? Это, слушайте, делайте, что хотите. Я уже ушел. Довольно-таки свинство с вашей стороны. Это вы мне? Если у вас в театре не помешо, так и при чем тут я? Если у вас нельзя оставить в гардеробе приличную вещь без присмотра, то какой тут может быть конферанс? Да мы уже пошьем вам фрак. Мы пошьем вам целых два. Но если вы сегодня не сделаете конферанс, я за себя не отвечаю. Не надо угроз. Не надо. Вот в чем мне делать конферанс? Ну, в чем? Ой, Лёдя, прекратите. На такую публику вообще можно не выходить. Да какая разница в чем? Я зато и говорю, у вас вполне приличная пара. Вы меня унижаете? Вы меня уже унизили. А вам, Натан, хорошо говорить. У вас хотя бы есть фраг. Так и играйте с треском то, что отрепетировали. Я ушел. Лёдя, а мы как раз до вас насчет костюма. Миша. Тут такая глупость вышла, аж неудобно. Причем мы тут ни с какого боку. Какой-то хлопец чумазый попутал, причем сам с Житомира, а шустрый, как я не знаю. И притом малехонький, аккурат под форточку. Это он цопнул мой фраг? Так он уже извиняется. Во, лучше примерьте, может, подойдет что с такого гардероба? Миша, это что такое? Фраки. Миш, ну, вы меня пугаете. Да не-не-не, вы не думайте, ничего такого. Взято на пробу у самого шеф-копера. Кстати, он вам привет передавал. И сказал, если Утесову будет впору 5, нехай берет себе 5, ему нужен запас. Миша. Спасибо. Ага. Берете? Она хочет, чтобы у мамы разорвалось сердце. Чтобы маму закопали глубоко в землю. Да что вы завелись, как ненормальные? Ну что я такого сказала, чтобы так орать аж красная вся? А? Вы слышали, как она обзывается на свою родную маму? Что ты молчишь, мэр? Что ты молчишь? Значит, я сижу не так, лежу не здесь. Говорю против ветра. Я не девочка. Я живу у себя дома. Мэр, надавай ей по щекам. Она хочет, чтобы я закрыла глаза. Мама, успокойтесь! Я не хочу, чтобы у вас закрылись глаза! Я хочу, чтобы вы замолчали свой рот! Мэр! Мэр, давай по щекам! Да раньше я сама через вас сдохну! Да раньше я отравлюсь, когда никто не хочет моего счастья! Что? Счастье? Счастье! Вот это счастье! Да что оно может, это счастье? Счастье! Аля, иди сюда! Знаете еще, мамаша? Что? Мы поженимся, а вы пропадите. Тетя Доба, что вы так колотитесь? А если у них любовь? Лёвка, не гавкай. Сейчас подымусь и оборву тебе уши. Они поженятся. Мэр! Что ты молчишь, мэр? Доба, а якщо він її любить, така, що буде робити? Галя, закрой ему рот. Так, закрой рота. Да хай же вони поженятся. Что? Какая разница? Что? Какая разница? Такая разница. Такая разница. Что оно может? Что оно может прокормить своих детей? Не дай бог они народятся. Это не ваше дело. Я же вот такая голова от тебя. Галя, не мое дело, когда за ней интересуются такие приличные люди. Ой! Капитал, шо, ой, с дому. Ой! И с капиталом, так они для нее старые. Ей подавай этого, задрипанца. Да дурна. Ма, ну что ты, Сеня у Мишки в банде, а? У них денег полно. Шо? Шо? О, Мишка! Миша, иди сюда скорее, там же здесь давно не смешно. Миша, иди-ка сюда, иди сюда. Иди послушай, что говорит твоя больная сестра. Она хочет пожениться. Ну и что? Так на нем! Так и что такого, пускай поженится. Что? Так он же голый босый. Сеня, то с чего вы взяли? Сеня такой зажиточный, что это не дай бог. Что? Что слышали? Сеня, а что ты молчишь, как глухонемой? Скажи, что ты богатый. Я? Нет, я. Мам, у него даже дом свой имеется. Что за дом? Вот чудак. Шикарный дом. С откуда у него дом? Ну, не такой большой, конечно, но зато каменный. И капитал есть. 1040 наскребет. И за Америкой дадим столько же. Сколько? Что, 40 тысяч-то? А что, ты же не задрипанка какая. С
кредитной фамилией. Моша! Ну ладно. Мам, что вы стоите? Зовите всех за стол, надо же отметить. Мэрика! А ну, Мэрика, что там стоишь? Давай Сенечку за стол. Сеня, садитесь. Ну, чек. Мэри. Ой, моя! Мама. Солнышко. Люба моя. Здравствуйте, Соломон Яковлевич. Водьма. Ося у себя? На. Ну, дай Боже, забрать. Я забегаю. Светятся. Мэйр. Дети, давайте за вас. Ось. Спишь, что ли? Не шуми. А я думал, ты спишь. Что ж ты орешь-то, если я сплю? Что у тебя темень такая, как в гробу? А я, считай, покойник. Шутишь? В глаза бьет. Чего? По свету Божьему увидите. Чего шумят? Мэрика вон, замуж собралась. На, тыкай. Больно. Кости целые. А там как? Мозги целые? Целые. Приходи, дай. Сам не могу. Дедушку просить. Он после Зоечки сам не живой. Тут я еще. Деньги хоть есть? Да, есть. Я муж служить пойду. Куда служить? Ваших всех разогнали. Из ЧК приходи. Да ты ж. Спрашивали. Да, Ося. Власть меняется, а тебе хоть бы хны. Ты не надоело еще в уголовке-то? Да я ничего делать не умею. Сам-то не наигрался еще. Да, бог его знает. Можу и брошь, казаки-разбойники. О, не вешай мне лапши на уши. Да побей меня, кицкины лапки. Бен и Мунос. Серьезно. Скочила мне тут одна мечта-идея. Одесситы, от всей широкой черноморской души я имею поздравить вас с победой над гидроконтрреволюцией в нашем солнечном городе! Для почину немного прекрасного. Итак, сочинение австрийского композитора Гайдна, значит, сочувствующего австрийскому пролетариату. Калмайстер. Здорово, хлопцы. Да пригощайтесь. Здорово, здорово. Благодарствую. Ой,
Что, сюда? Да ну. Так опоздали вроде. Да не, мы так ходим, приглядываем. Чтоб не дай бог какой шухер. А то ж мы сразу роги пообламываем. А вы кто? С народной дружины? Да на вроде того. Пойдем, погуляем. Гуляем. Долго нам порожняком ходить? Хотя что, не имется? Сказано же, чтоб за 12 ша. Как только, так сразу. Давай. Яблочко! Товарищи, имейте сознательность! Вам тут что, театр или что? Итак, специально для героической публики и лично для моего друга Миши. Миша. Почему я знаю? Том, лучше у тех спросить за время. Я дико извиняюсь. Что? А я интересуюсь. А который час? Может, знаете? 7 секунд. 1:45. Благодарю. Можно, Ребя? Я тебя дико извиняюсь. А не пройдете ли вы тут дой? На секундочку. На одну секундочку. Пойдемте. Зароет мое тело в глубоке. И с шашкой в рюкою, и с метелкою, и другою, и с песнею веселой. За что здесь мы боролись? За что здесь мы страждали? За что ж мы проливали нашу кровь? Там пируют, они же там гуляют, а мы же подавали. Таким образом, после окончания концерта было совершено 54 ограбления. Кроме того, были разбиты 2 продуктовые лавки и совершено 6 квартирных краж. 6 налетов. Они что, с цепи сорвались? Я вас предупреждала. С этими людьми нельзя было иметь дела. Доброго здоровья. А що, пан Мендель? Так, лапши хочете. О, зараза, ну. О, секира яка-то, куди-то потопа. Та-то вон она, секира. Подай. Ну що, гадюк? Ну, держите. Лапши йому, а тут возіться з ней. А сам-то где? Та у хаті сховався, щоб не бачити. Крови не люб. Мабуть, я люблю. Так. А ну, держи, под собі маленький. Чого? Держи, я говорю, держи. О, голову оттяни. О. Ай-яй-яй, шаза. Да ну у вас все как не по пальцам мне. Да что ты по пальцам, я же аккуратненько. Держи. Да не буду я держать. Держи, я говорю. Держи. Держу. Держу. Я же аккуратненько.
Да, режете все аккуратненько. Да ну вас, держите вы сами. Ты уже убил, чи шо? Да шо вы сказали, забудь. Тебе лупши, вот ты и рубай. Мотя, мотя, ё. Писова душа, шо ж ты? Куди? Моё почтение. Куда, зараза? А мот, а мот. Я думаю, лапшички захотелось. Теперь уже шо? Да вы б кухарку лучше взяли. Шо? Кухарку. Мотя. Куховарит лучше всех. Пропала лапшичка. Какая кухарка, съехать хочу. Как съехать? К бессарабам. Да братика там. Хутор у меня там добрый. Совок чистый. Сад. Будем мы там с Мотей. Мотя! Узвару хоть давай! Сам бери! О, подлец! А здесь как же? А здесь тебя оставлю за хозяйство. Смотри, примешь? Да я-то шо? Все меняется. Власть меняется. Люди новые, непонятно какие. Красные чи как? Красные. А как дурить начнут? Все блатные, все при кличках, все через кичман прошли. Да с красными я порешаю, пан Мендель. Порешаешь? Мы тоже живем с налетом. Но ни один блатной не будет стрелять в живого человека ради развлечения. Они стреляют, мучают. Ни чести, ни слова. Пейте уже. А про лапшу я и слухать не стану! Да пошел ты со своей лапшой! О. Так может, Тараньки? А? Тараньку давай. Тараньки у нас хорошие. Полный дом Тараньки. Даже пересохнет вся Таранька-то. Видал? Разберемся. До свидания. Можно? Да, входите. Меня зовут Осип Тор. Мне сказали прийти. Так вот вы какой, Осип Тор. Это я за вами посылал. Ну, давайте знакомиться. Стоцкий. Это Фельдман. Фельдман. Саша. Оси. Чем я могу быть полезен? Вот. Правильно ставите вопрос. Очень правильно. Работать надо, товарищ Тор, работать. Извините, не пойму. Ну, а все очень просто. Положение в городе аховое. Под Вапняркой белые, в раздельной румыны. В Одессе вообще черт знает, что творится. Налеты, грабежи. Так, Саш? Да, точно. Это ужас. Так что, прошу вас, вы очень можете быть полезны. Что ж мы стоим? Проходите, садитесь. Да, ну, я же вроде как в полиции. Ой, да пусть вы. Полиция, вы же сыщик. Работали по уголовникам, в охранке не служили. В городе у вас репутация, я интересовался. Такие спецы нам во как нужны. Как ваше ранение? Работать сможете? Да, вроде смогу. Ну? Вот и давайте. Не знаю, я не думал. Да некогда думать, товарищ. В городе должен быть установлен революционный железный порядок. Вы же это понимаете. Ну и первым делом надо покончить с бандами. Решаете вы с нами или как? Порядок должен быть. Правильно, абсолютно правильно. Порядок нужен. Вы закуривайте. Осип Ильич. Нам передана пехотная рота, пулеметы. Два? Да. Так что людей нам хватит. Надо покончить с этой уголовной сволочью. И начинать надо с главарей. Вы, конечно, слышали про Мишу Японца. М? Ай, Миша! Привет. Отцели дом? Она это... То нету? Ну, а чего же нету? Она есть.
Но до нее не можно. Что? Что значит не можно? Не можно. Кажусь, не можно. Иди-ка, иди, в другой раз придешь. Феля, вы что, сдурели? Да. Мой отец перевел капитал еще в прошлом году. Дом придется бросить. Жаль, конечно, но сейчас его не продать. Так что через неделю мы уезжаем. Сначала в Марсель, оттуда в Нью-Йорк. Целя, я вас умоляю, едемте? Леонид, ну я же вас просила. Вы совершаете страшную ошибку. Господи. Непоправимую. Леонид. Вы уже совершили одну ошибку. Это ваше замужество. Я запрещаю вам об этом говорить. Вы не можете мне запретить. Целя, Целя, выслушайте меня. Я вас умоляю. Я обещаю, если мы уедем, я никогда словом не упрекну вас в том, что я готов забыть. Я готов забыть все. Отец тоже. Он дает свое благословение. И мы забудем обо всем. Шо? Шо? А ну, прими. А я тут мимо гулял, дай, думаю, загляну. А у вас тут гость. Вы продолжайте. Я тут в уголочке посижу, не помешаю. А ты зачем пришел? Кто я? А что такое? Я же к жене пришел. К своей, если кто интересуется. А что ты нас не познакомил? Прекрати кривляться. Михаил Японец. Я пойду. Да, Леонид. Как? Даже кофе не попьете? Циля, а как же кофе? Прощайте. Кинешь мне тухлость. Кинеша! Прекрати. Доброго здоровья! Какой интересный молодой человек, Циля. Это что-то. Прекрати. Главное, с благородными намерениями такими. Такой благородный. Он же готов все забыть, Циля. Я подумал на твоем месте, ей-богу. Главное, я готов тебя после меня взять. Это что-то. И папаша, он согласен. Замолчи. Замолча. Замолчи! Замолчи. Ты с ним нюхаешься, а я замолчи. Замолчи. Ты сам во всем виноват. Сам во всем виноват. Хватит их. Цветочка. Уходи. Не трогай меня, пожалуйста. Ненавижу тебя. Цели, если ты с ним или с кем, я не буду жить. Уходи, ну пожалуйста. Стекает с худеньких плечей. Их общем нитка кохемера рубцу генингас. Ингерикенов герисен финне регенас. Их шлепарум зинфин багинен кейнер гитнит цифарнинен. Умзе лахен махен фунди шпас. Купите кое-че, кое-че папиросы, дайте сиротине медный гроши, дай вам, Боже, много хлеба. Вы не кушаете, Миш? Между прочим, это большая ошибка.
Я покушаю, пани Бася, покушаю. Покушайте, потому что скоро будет нечего. Товарищи так взялись за провизию, что скоро девочки станут худыми и неинтересными. Ах, если б вам знать, как тяжело стало вести хозяйство. Хоть бы кто-нибудь спросил, как пани Бася живет. Пани Бася, а как вы живете? Ой, Миш, и не спрашивайте. Я несчастный, я калека, мне 12 лет. Я прошу человека, дайте мне совет. Или Богу помолиться, или к черту добиться. Все равно не мир мне верить. Не нравится мне вся эта обстановочка. Купите кое-че папирос. Трикене фурреген и фаргос. Кое-че билих беде монес, кое-че гото мирах монес ратеве. Конхинге мираци. Купите кое-че швебеле кантик. Дер митве тире. Расходитесь, товарищи! Решением исполкома Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов торговля продовольствием временно запрещена. Братцы! Они жратву от людей скрывали, чтоб самим жировать! Сохраняйте сознательность, товарищи! Расходитесь! Продовольствие будет выдаваться по норме! Какая такая норма? А если я не желаю? Уже завтра начнем выдавать! Расходитесь! Люди, что вы слушаете, ломай ворота! Товарищи! Сейчас трошки взяли бы в оборот. Усилить охрану! Есть! Если опять начнут стрелять, без разговоров. Да пострелять можно, как харчей. На три дня осталось, хоть по норме, хоть как. А бузить начнут, тут не настреляешься. Бузы не будет. Принято решение экспроприировать излишки у буржуев и зажиточных. Списки уже составлены. А, по буржуям, значит, пройтиться? Можно, дело веселое. А ну куда прет? Куда прет? Надо было на них скакать, а? Чтобы им повылазило уже, чтобы на них уже тихо плевали, а? Чтобы им так же дали зубы, как они тебе. За кого вступаешь? За Куркуля вступаешь? Ну, то для тебе, Босото, він Куркуль, а для мене сусід. Та я ти тут сидів! Щас заберемо Кітчика, бекать, бичара чорна. Я не піду в ЧК. Як не підеш? Та от так от. А бандюки... А ну тримай мене, бо я його... Ти вже подавіся! Покладай в зал. Считаю до трех, два уже было. А кидай! Тикай больше, они бабу били! Так ну-ка, мам. Да не скреби, что ты там скребешь. Гуля, помоги им. Что делать? Оружие сдать! Сдать оружие! Ты кто такой, мальчик? Бандюки они! Они бабе ружьем в зубы дали! Кто такие? Он препятствовал. У нас мандата, он препятствовал. Ты знаешь, кто я? Нет, ну все равно нельзя так. Гуля, проводи товарищей. Ты там. Вы ответите! За оружие ответите! Оружие принесут до ЧК.
Привет, товарищ Стоцкий. Зуба нема. Зуба нема. Так, не больно, а зуба нема. Вот и помогаем после. Ну. Спасибо, деться. Ой, нема. Нема за що, Мішаня, які в тому Місігіні, курва, треба було так дати, щоб аж за вагонами тякнуло. Щоб він забув дорогу сюди на віки вічні. А ти я. А! Тут, где-то рядом. Ну вот кто-то еще не согласный харчами делиться. Подожди. Ладно, держитесь. Это. Кота. Твои рябочки. Стычки были по всему городу, а на Молдаванке это вообще вылилось в открытое сопротивление. Настоящий бой. Пятеро наших убито, несколько человек ранено. И стрельбу открыли члены уличных банд, которыми руководит японец. Японец обиделся? Что? Вы пришли к его родителям. Японец вам помог, а вы послали к старикам. Мы, товарищ Тур, ни для кого не делаем исключения. Согласен. Это была ошибка. Но, товарищ Тор, а ваше мнение об операции? Вам, как новому начальнику уголовного розыска, придется в ней участвовать? Вы предлагаете террор? Нет, красный террор. А какая разница? Вы не чувствуете разницы? Белые уже пробовали террор. Ничего не вышло. Только народ озлобили. Я... согласен с товарищем Соколовской. Другого способа покончить с бандитизмом нет. Значит, стрелять. А как насчет закона? Сейчас может быть только один закон. Закон военного времени. В городе может быть только одна власть, советская. Осип Амельевич, вы должны определиться, вы с нами или... Боюсь, господа, не смогу быть вам полезен. Его нельзя отпускать. Он может предупредить. Не успеет. Алло, барышня. Барышня, алло, соедините с казармами. Пачками содит. Облава чешу. Да сильно много для облавы. Что там? Миш, еле прошмыгнули. Кругом сулаты, берут усех. Хуже, чем при Алмазове. Миша, треба делать ноги. Ну, текайте кто куда, только потихо. Ага. А ты куда? Я да Герш. Нас же узнать у старика за эту музыку. Стоять!
Спи, спи. Всю ночь не спал. Что, погано? Погано, Герш. Не то слово. Людей постреляли. Вчера газета написала список расстрелянных за страшные преступления перед революцией. Кого за курятину, кого за самогон, кого за махорку. Там понавыдумано такое же. Скажи, Миша, откуда такой высокий профессионализм у этих неизвестных мне макрошников? Крови льют столько, что всем в одном месте трудно себе представить. Домой тоже пришли. Я рванул, как молодой, кислый ему чубчик. Я не понимаю, Ерш, как можно стрелять людей за то, что у него лишняя ложка. Революционная необходимость не укладывается у меня в голове. Кто хозяин? Стоцкий. Да не, Ерш, до них ходить без толку. То такие люди, с ними по-хорошему не договоришься. Спи. Спи, дурила. Чего глядишь? Мне надо до хозяина. Я Герш. Садитесь. Хозяин, кого ты бьешь? Ты бьешь Орлов. С кем ты останешься? Со смытьем. Зачем же так, хозяин? Я всего лишь старик. Я пустой, в карманах у меня ничего нет, в руках ничего нет. И на улице я никого не оставил. Зачем вы пришли? Отпусти моих ребят. Скажи свою цену. Такой мой разговор. Получится разговор. Thank you.
получится разговор. Согласно постановлению Совета народных депутатов. Где он? Кто? Герш. Мне сказали, что он здесь. Юра, такой человек. Это легенда, Юра. Я хоть посмотреть на него хотел. Где он? Ушел. Черт. О, приказываю ему. Комиссару продовольствия Кагану АЭС. Отдохни. Чистый медведь. Значит, какая сила непомерная. Такого старика не убить, ему бы из носу не было. В нем 10 зарядов сидит, а он все лезет. Мелешь больше, куда? Помер и помер. Все одинакие. Ну где все-то? Вот вспомни, сколько мы с тобой стреляли. Один молит о пощаде, кричит. А этот хоть бы что и слова не скажет. А ты говоришь, все одинакие. Да все одинакие. Я их не разбираю. Не жалей, Саша. Мы власть, государственная власть. Это надо помнить. Юр, ты не понимаешь. Ты не одессит. Ты просто не можешь понять. Это же такой старик. Это же вся Одесса. Мне 3 лет не было. Я знал за него. Ответь мне, как большевик. Такой человек нужен будущему обществу. Я не знаю. Может, и не нужен. Кто такие? А ну, расступись, стрелять буду! Богом клянусь, нам схоронить велели!
Да, вот теперь. Я в Бессарабию пойду. Я думал, вы с нами. Люди за Герша простить не хочут. Никак не хочут. Миша, резать пойдут. Придержи людей. Не можно такое терпеть, Миша. Сердце плачет, кровит. Не одни мои горят. Мазута, Лёва Кацап, а остальные... Придержи их, Цыган. Но не сможем мы против красных. А я попробую договориться. Миша, лечь под них можно. Договориться не можно. Сход люди просят. Будет сход. Скоро. Пока пусть все подождут. Я прошу. Недолго. Пошли. Задумал что-то? Будем посмотреть. Доброй ночи, Саша. Миша. Я не знал, что Герш... Я был против, Миша. Да. Натворили вы делов. И главное, живете так запросто, без охраны. А мало ли придет кто. Ну ладно, не труситесь. Меня не убивать пришел. А что вам нужно? Разговор имеется. Они тебе не выпустят. Могут. Да и что ты лезешь? Это ж дурость одна. Майорчик, не колотись. Не с такого вылазили. Да в том-то и дело, что не с такого. Да он же не просто бандит. Ну вы же знаете, что он помогал нам и не раз. И то, что он сейчас предлагает, как раз... То, что он сейчас предлагает, абсолютно неприемлемо. Почему? Товарищ Фельдман, я поражаюсь вашей близорукости. Вы что, не понимаете? Японец загнан в угол. Это единственный шанс спасти свою шкуру. Саш, Софья Павловна права. Мы их прижали. Пара-тройка операций, и в Одессе не останется ни одного бандита. Если бы не Петлюра, мы вот бы... Вот именно, если бы не Петлюра. Только Петлюра сейчас в 100 верстах от города. Григорий Иванович, ну вы что скажете на предложение японцев? Вы за или против? Я против. Японцу веры быть не может. Вы не знаете уголовных. Верить этой шушере все равно, что пальцы себе жечь. Сдадут при первом случае. Надо бы людей подтянуть. А то мало ли что. Да в чем ты говоришь? Тут народу человек 30 болтается. И пулеметы. Вон, кроме тех двух, еще двое.
И на чердаке один. Так что отбить не отбили бы, а народу поклали. Не, майорчик. Тут чистый фарт. Я полностью согласна с товарищем Котовским. Вне всякого сомнения. Ну, я не знаю, товарищ. Я передал, вы решайте сами, только решайте быстро. Японец сейчас придет. Что? Японец придет сюда? Да. Я гарантировал ему полную неприкосновенность. А кто вам дал право гарантировать ему неприкосновенность? Если японец сейчас придет, то его нужно немедленно арестовать. Софья Павловна, я дал слово, понимаете? Саша, тихо. Тихо, товарищ. Японец не придет. Ну, вы сами подумайте. Он что, идиот? Да ладно, что ты колотишь. Товарищ Стоцкий, тут до вас. Говорит, что вы его ждали. Не помешаю. Даешь революцию, товарищ? То, что было, то, считай, проехали. И за наших, и за то, что ваши там понаделали. Предлагаю забыть. А так одна только польза. С меня 2000 человек. И таких бойцов, что это что-то страшное. По-вашему, полк выходит? Ну и с оружием никаких расходов. Оружие есть. Пулемет есть. Ну ладно, я сказал, а вы решайте. Опять же, Петлюра под боком. 100 верст от Одессы. А вы, значит, будете командиром полка. А что такое? Не похож? Так я пошью себе галифе, как у Григория Ивановича. И поброюсь наголо. Юр, 2000 бойцов, тут есть о чем подумать. Не бойцов, а бандитов. Да что вы уперлись, бандиты, бандиты. Это еще разобраться, кто бандиты. Товарищ Стоцкий, я категорически против этой авантюры. Доверять дело революции, уголовной сволочи? Мадам Соколовская, не рвите гланды, простудите. Что? Заживают долго. Значит, расклад такой. Я сказал, вы послухали все. Что решите, то и ладно. А я пошел. А то дел аж спину ломит. И вы его отпустите? Идите, Миша. Мы подумаем. Пропустите, товарищи. Ну вот, а ты боялась. Согласны? Считай, что да. Они ж парни не дурные, только хитрые. Так и шо? Шо, так и мы не с помойки взят. Да шо ты все, ты можешь толком сказать? Буду думать. Так а мы? А мы на море. Скупаемся хоть. Пойдем. Паскудно мне такое слышать. Миш, ты меня извини, или я что-то попутал? Они же моих под пулеметы ставят, а ты такое предлагаешь. Они дают амнистию.
Все, кто войдет в полк, за все забыто. Вот спасибо. А что мне с той амнистией? Что, мне под пули лезть с этой амнистией? Так и тут под пули. Они же не уймутся, Кацап. Они же со всех сторон обложили край. А Петлюру откинут и по новой примутся. Нехай. А я схоронюсь. Так схоронюсь, не отыщут. А зато рвать их буду. Зубами рвать. Ладно. Я так скажу, Миша, мои не схотят. Но когда такое было, чтоб цыган и воевать? Так что твое слово верхнее. Ерш тебя поставил, земля ему пухом. Но тут дело особое. Мазута, Моня, Штиф, какое ваше слово? Так я скажу. Красные уже не уйдут, с ними жить. Я сам не из таких, чтобы перед ними на цирлах швицать. Только мне ховаться надоело. А сейчас им подмогнем, после с нами совсем другой разговор будет. Так что пусть люди сами решают. Не держите никого. А кто со мной не схочет, не надо. Лыхай мне. Вы мне скажите, куда это годится? Прибегают нервные все при оружии. Потом... Ой, хватают за руки, хватают. Чего они меня хватают, а? Пан генерал, я вам скажу, что при всем моем уважении, это все-таки, я вам скажу, не солидно. Дрейра не надо хватать. Если пан генерал хочет побриться, то Дрейр с великим удовольствием. Пожалуйста, наклонитесь. Дружки, будем... делать затылочек. Товарищ комбриг, извиняйте, кто до вас какой-то фраер? Кто такой? Не могу знать. Выглядит фартово. Говорит, что ваш знакомец. Ну, иди. Есть. Почтение, Бандри. Почтение? Я это, Григорий Иванович. Зачем пришел? Да разговор есть. Погоди, ну еще не все. После. Выйдите, обождите. Я, конечно, обождать могу, но я скажу. Знаете, когда броешь по-горячему, это одно, а когда броешь уже холодно, это, знаете, две большие разницы. Почтение, Мишенька, почтение. Заходите ко мне, когда будет секундочка. Подправлю ваши височки. Все непременно, Пандрея. Ну, говори, раз пришел. Григорий Иванович, да хотел у тебя спросить, что ты думаешь за мой расклад? Я думаю, тебе в армию лезть не надо. Я в ревкоме так сказал. А чего так, а, Григорий Иванович? Или там уже некуда? Потому что ты бандит. Григорий Иванович, ясно. А ты, значит, у нас из церковных певчих. Да на тебе такие дела, Григорий Иванович, что мне... Рот закрой. Запомни, японец, ты мне не друг. И то, что ты супротив меня пошел, я не забыл. Так что красным не суйся. Хватит на них Котовского. Душевный разговор. Значит, ты у нас один. Герой, народный мститель. А всем остальным по холодку гулять, так? Я тебя предупредил. Не имей больше задерживать. А то голова остынет. А по-холодному какое бритье? Не бритье, а каторга. Thank you.
Нет, Саша, это надо видеть. Здрасте вам! Здрасте! 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 Здравия желаю, товарищ! Саша, залезайте уже и поехали! А то народ в полк кинулся поступать, так там уже давка. Пошла! На базаре шум и гам, ходят разговорчики. Кто-то шепнул чемодан и запел лимончики. Мои лимончики, мои лимончики. Иди растете в зоне на балкончике. Ай, лимончики, мои червончики. Иди растете в зоне на балкончике. Ну вот, Саша. Штат. Сейчас будем записывать. Миша! Миша, извиняйте. Бонжур, Миша. Я извиняюсь, Миша, но что вы себе думаете, а? Ну что, я уже допиваю другую кружку пива, а никто не чешется. Либо уже пусть народ впишет. Либо Миша их развезет на раз, два, три, это я вам говорю. Йоник, ну сейчас всех впишут, имейте терпение. Ради меня, Миша. Так, товарищи, не налегайте на пиво. И хорош босячить, то заплювали тут все, как не бойцы, а черт-ти кто. Так, хлопцы, слушай меня все. Сейчас заходим по одному. Фамилия? Ты шо, умница? Гонишь, не признал, что ли? Пиндос. Говорю, имя и фамилия. Порядок такой. А, Пиндос. Пиндос, не мотай мне нервы. Я сказал, без кликух. Имя. Христофор. Христофор? Угу. Фамилия. Апостолокакис. Как? Шо как? А, о, о, сто, сто, сейчас не спеши, сто, ну, ло, какис, апостолокакис, Христос, апостолокакис, да, так все, иди, так следуй, деловая колбаса, Миша, пани Бася, Миша, ну на это же больно смотреть, пани. Да не рвите мне сердце, Миша. То и помыслить не можно, как стало при новой власти. Вы устроили такой холомец, что я уже без ног и дрожу вся, как птичка. Пани Баси, когда евреи не мучились? Дышите ровно. Вы знаете, за меня не пропадет. А людям же биться за народное счастье. Да. Так что пир наливать с открытой душой. Ой. Леня! Да? Сделай два бокала. Вот так я скажу про пиво. Пиво уже все. Как все? Да потому что при такой жаре они глотают, как чайки. Ну это плохо, что пиво все. Гуля, да. Давай на завод Санценбахера, и пусть они отгрузят 20 бочек мюнхенского. Или 30 бочек мюнхенского. И скажи, что я отдельно буду благодарен. Ой, Мишечка, ну ты даже не представляешь, такой гембель на мою больную голову, что я уже пойду, да? Фамилия? Лижечка. Вот Марик, ты всегда был Мугенштейн. Какая Дижечка с переляку? Да по мамаше я Мугенштейн, а по папаше я Дижечка. Марк Спиридонович. И желаю, чтобы было по-папашиному, понял? Миш, я так не могу. Отойди! Что, потолкайся? Миш, я так не могу, вот они не слушают. Вот, контора пишет. Имею представить. Петро Уманец. Фельдман. Петро. Ну что ты, давай работу. Есть. Давай работу. Отойди! Ты уже потолкайся. Давай. Дижечка так Дижечка. Марк Спиридонович. Марк Спиридонович.
Иди. Я вам говорю, когда Петлюра увидит таких орлов, ему будет не смешно. Думаете? Или. Ему будет страшно. Или. Обманули Галю. Забрали с собою. Мама! А! Вы посмотрите, какой Мойша красивый. Ой, какие гарни вы. Видела же. Ой, тихо, тихо. Ша! Подивіться, хто до нас прийшов. Йой, Мішаня, це ти? Це я. Це ти, Михайло. Йой. Що? Ще не похож? Ти тільки не придумав, Мішка. Ну, повернися. А ну. Ну і придумав. Здорово, ты не помните, что, Сань. Записался бы до меня. Петлю рубить. Ага, зараз. А что такого? А ему что дома нема що робити. Так, сідай, їж яєчко. Шурочка, їж яєчко, бо воно золотое. На, кому петлю рубить, а кому мама плакать? На. С чего вы будете плакать, мама? Ой. Да его могут убить или поранить. Ты что, не понимаешь? Да что вы такое говорите? Я знаю, что это. Мама, я вас умоляю. Меня здесь раньше убьют, чем там. Мам, ну что вы? Он же у нас командир. Он будет в это смотреть, как вот. Бинокль! А ну, слазь, я сказала. Бинокль, шминокль. Мама, я таки командир. По-старому полковник. Ой, вы измираете. Еврей-полковник. Такое сказать. Стоп, я тебя прошу, уже прикрой свой фонтан, наконец. Нет. Еврей, который сел на лошадь, нет, перестал быть евреем и стал русским. Шура, ну, слушай сюда. Ну. У нас Мойша такой грамотный, он может стать и генералом. А мой гетьманом? Лыхай. Дома. Доба, иди кушать. Ой. Мэри, что ты сидишь? Дай папе кушать. Иди кушать, давай, чтобы после мадам, шпионка, давай, иди слезай кушать. Берл, хватит там торчать на крыше, голубок. Иди кушать, иди к столу сына. Нет, вот это я не понял. Всех зовут кушать, а меня нет. А тебе не надо, сын. Ты эту жареную рыбу кушать не будешь. Это почему это? Она, сыночка, воняет луком и еврейской судьбой. Да, Мойша. Тебе теперь только фанкони положено кушать. Ну, посмотрите, ну какой благородный, ну ты ж невозможно. Ну ты как? Тихонько, ты сломал руку. Все так же. Миша, не дави мне на нервы. А я вот красным командиром стал. Да? Ну и дурак. Все дурак. Петлю руби. Может, и ты с ним? Да не, я пожалуй, я с ним. Софа, ну где же ты бегаешь? Это некрасиво. Я тут такое видела. А? Я Мишу видела. Цель, ты что, не слышишь? Очень интересно. Ой-ой-ой, а вот интересно. Он теперь знаешь кто? Он теперь командир. О. Красный командир. Что? Какой командир? Красный. Софа, не болтай этих глупостей. А вот и не глупости. Я иду, а он едет в военной форме, в фуражке, в сапогах. Красивый, просто офицер. Ты мало ли что украл кого-нибудь? Нет. Он сказал, что теперь в Красной армии на фронт поедет. Как на фронт? Ну да, на фронт. И майорчик, и все. Я знаю. Что? Ну, что, Миша... К этим привязался. Об этом все говорят. Фелли, что же ты мне ничего не сказала? Я утром базар делала, так вы спали. На привозе все уже об этом говорят. Что Миша большой начальник, что поедет на фронт с петлюрой биться, как его? Ну что же вы не жидкое не кушаете? Все уже остыло.
продукты только переводите. Зараз вторую принесу. Циля, а еще он сказал, что вечером придет. А где папа? Как он? Хорошо. Они с Софочкой ушли к тете. С ночевкой. А ты еще не пошла к тете. А я знала, что ты придешь. Осталось. Осталось. Значит, ты уже все решила? Да. Пароходы еще ходят. Но, говорят, скоро не будут выпускать. И когда? Через неделю. Через неделю. Ты можешь поехать с нами. Через неделю? Я поеду в другую сторону. Ну, зачем все это? Ну, скажи мне, ведь не поздно же еще. Ты можешь поехать со мной, Миш. Я же людей переполошил. И уехать. Ну и что? Ну и что? Ну, уедем и забудем обо всем. Это не важно все. Не важно. И не вспомню даже об этом. И будем счастливы. Не могу я сейчас. Может, после. Не знаю. Да ты пойми, я же закрутил это все. Если я сейчас уеду, люди не поймут. Я же переменить все хочу. Я же хочу, чтобы как нормально, как ты говорила. Но куда ехать? Или обожи пока, или... Или вы поезжайте, а я потом. Не будет никакого потом, Миша. Вообще она скинула просто. Не напугала. Хлопцы, ща Миша пришел. Ща Миша. Натан, сделай, чтобы было светло. Ну что, батальон, смирно. Ну что вы, ровно не можете встать. Майорчик. Ну, подровняй их. Ну, что такое? Да что хравнение? Хромату могилу сравняй. Ты начальник шайбы или кто? Да давай, говори! А ну, стали ровно, не на бану! Миша, я, конечно, дико извиняюсь, а на что нам это ровно? Да потому что вы уже бойцы! Ну, а вы стоите, как басота! Ну, а зачем это ровно, Миша? Басота. Я вас умоляю, забудьте вы за эти глупости. Здесь нет мальчиков. Здесь все давно повыросли. Я вам клянусь, я же вам говорю не просто так. Я говорю, подумав, а. Бросьте вы эти манцы, Миша. Мы так сделаем все, что можем. А что мы можем, Миша, вы знаете. Тихо, тихо. Саша, скажите уже пару слов за обстановку. Это же вы видите, что это за люди.
Товарищи красноармейцы! Шо? Не шокайте в строю. Моя фамилия Фельдман, я комиссар полка. Поэтому прошу слушать меня очень внимательно. С сегодняшнего дня вы бойцы Красной Армии. Регулярной армии. И поэтому должны вести себя не как гражданский элемент, а как положено. Да. Я опять дико извиняюсь. А ваш папа не тут, Фельдман? Что за зубы? Что? Тихо вы. Фельдман зубы дергает на углу торговой Грачевской. Да, мой папа дантист. Оперный театр. Я же как раз до него собрал. Меня вот тут вот сверху дергает, я клянусь. Шокает, ну тихо, шокает, дергает. Аж спать не может. Вы скажите папе, что я от вас... Да, 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 хорошо, я передам, обязательно передам. Так скажите, Ёнчик на днях будет. Хорошо, я передам, да. Тихо, тихо, тихо. Тихо, Фельдман говори. Товарищи бойцы, меньше чем через неделю нам предстоит столкнуться с врагом. Очень хорошо обученным и очень хорошо вооруженным. И мы должны быть готовы дать Петлюре решительный отпор. Поэтому сейчас вам раздадут винтовки, и с завтрашнего дня начнутся обучение. Стрельбы, строевая подготовка и так далее. Времени очень мало, товарищ. Так далее, как мало. Что тебе это? Что ты будешь? Поэтому, Миш, ну, чё болтать? Ну, все понятно. Да что не случится, ну и все, ну и все, налетай. Все. Ну что, давай, ходи по одному. Давай, братва, налетай. Давай, налетай. Набери. Дай. О, вот это я понимаю. Это моя мать. Майорчик, ты вот мне скажи, на что она мне нужна? На то, что вы солдат. Майорчик, так мы ж при своих. Я лично с этой бандурой ходить не буду, она попуда весит. На. Надо брать, а не гад. Правильно. Трейдер. Она ж мать, она ж хороших денег стоит. Так, предупреждаю сразу. Если кто своего винта куда сплавит, не дай бог. Не дай бог. Я вам говорю, буду проверять лично. На них на минуточку гроши плачены. И это вам не мамкины цацки. Там обменяться туда-сюда. Никакие они не солдаты, понимаешь? Не солдаты. Ну и что, ты не знал? Да ну знал. Ух, да я думал. Они жулики. Жульманы. И останутся такими. Они днем делают вид, а ночью... Сегодня двоих прохожих ограбили. Им раздали винтовки, в первый же день нет 7 штук, они их продали. Ну, народ. А что японец? Ну, что японец? Ну, он старается, он орет на них. Побил одного. А они? Чё, они извиняются, несут какую-то чушь. Они просто не могут по-другому, понимаешь? Это в крови. На фронте их просто перестреляют. И если они раньше не перепьются и не убьют друг друга. Юр, в общем, этот кабак надо закрывать. Ты со мной согласен? Нет, не согласен. Юр, ты не понимаешь ситуацию. Это ты не понимаешь, Саша. Положение на фронте аховое. Петлюра прет. Все это население, все эти святые землепашцы, хуторяне, вся эта сволочь Куласка, все за него. Коней, провиант, все ему. У нас людей не хватает. Боеприпасов. Поэтому банда японца нам нужна. Я бы сказал даже, необходима. Перебьют, ну и черт с ними. Если они хотя бы на короткое время закроют эту брешь, уже хорошо. Рейну шалом алейхем, Рейну шалом алейхем, Рейну шалом алейхем, Рейну шалом, шалом, шалом алейхем, шалом алейхем, Рейну шалом алейхем,
посмотреть противно на этот балаган. А мне нравится. Веселые ребята. На вокзал пора прощаться. Да. Одно радует, что эта мерзость уберется из города. Надеюсь, навсегда. Ну что вы приперлись, а? Мы же уже попрощались. Как это приперлись? А проводить? Так уже же. Мэр, ты слышишь? Ну ладно, давайте, только по-быстрому. Вышли. Ну все, мам. Мэри, давай. Ну тихо. Спасибо тебе, братик. Бог тебя не оставит. Да? Ну ладно. А ты смотри, береги ее. Она же хорошая. Только дурная. Миш, может я это? Может я с вами, а? Куда с нами? Стой уже. Не, Сень, ты нас пока забудь. Вот вернемся, тогда может быть. Кстати, Берчику скажи, что если будет босячить, я ему приеду, ухи обломаю. Угу, ну, хорошо. Ну что, сына? Ну что, батя? Ну, давай. Едь, если надо. Езжай. Ладно. Давай. Ну идите. Что вы мне сердце рвете? Майорчик, уведи их, а? Ага. Мужчины! Идем, идем, идем. Все, хватит. За Юром, дир. Миша, я вижу очень мало ваших людей. По нашим подсчетам, должны быть человек. Это что заявление? Здрасте. Мишка, мы чуть не опоздали. Софочка, а куда вы чуть не опоздали? А я с вами, Миша, еду. А с какого перепуга? С такого. Я подрядился писать в 3 газеты. Корреспонденция с фронта. Так что я, Миша, еду с тобой. Ага. Левчик, ну ты что, сдурел? Софочка, уведите его отсюда. Миша, то он не хочет. А кто его спрашивает? Как это, а? Как это? Взял чемодан и шуруй отсюда. Ой, давай. Миша! О, майорчик. Майорчик, Лёва. Скажи ему, что я ходил в губком, Лёва, что я пойдёмте. Военный корреспондент. Что такое? Тут Лёва у нас в вагон просит. Лёва писать будет. Тут еще, а что писать? Слушайте, кончайте этот цирк, уводи. Тебя только мне не хватало. Пойдем, Лёва. Простите, вы Фельдман? Я Фельдман. Я Майский. Объясните Михаилу Винницкому, что он не имеет права. У меня мандат, я приписан. Нет, читайте, читайте. Да подотрись ты своим мандатом. Я извиняюсь, Софочка. Миша, ты я ему говорила, он не слушает. Читайте, читайте, это мандат. Что это? Читайте. Миша, это правда предписание губкома. Да? И что? Все по правде, вот печать. Он приписан к полку. Куда он там приписан? В психиатричке он приписан. Слушайте, а что если его убьют? Или покалечат, а? А вот это, Миша, уже не твое дело. Извините, Софа, пошли. Разрешите пройти в вагон? Михаил Винницкий, разрешите пройти в вагон? Да нехай едет. Ой, пропустите. Пусть едет, черт с ним. Лезь, хочешь лезь? Лёва! Взялся на мою голову. Миша, не переживайте. Все, Соф, все. Лёва!
Лев, я буду ждать. Софочка, не переживайте. Раз такое дело, я пригляжу. Лучше скажите, как там Циля? Она дома, плачет. Плачет? Ну, правильно. Софочка, передайте ей, что я... Ой. Скажите, что Миша... По вагонам! Ладно, живы будем, не помрем. Софа! Лёва! Лёвушка! Я буду ждать! Я буду писать. Давайте, давайте, садимся. Давай, давай быстрее. Хорошо же в мягком, Саш. Когда еще придется? Да, а то я тоже как-то все. В арестантских путешествую. Так и я в том же. А что вы как будто кислого съели, я не понимаю. Миш, разговор серьезный. На отправку мне явилось 500 человек. Да в курсе. Сдрейфили, гады. Миша, у меня есть приказ. В общем, если случаи дезертирства повторятся, я имею приказ расстреливать дезертиров на месте. Да ты ж. Миш, я не шучу. Полк должен доехать до позиции в полном составе. Так что, если кто-то что-то... Саша, если кто-то что-то, то это мое дело. Да вы не понимаете ситуацию! Да бросьте! Это вы не в курсе за расклад. Саша, если вы тут намылитесь кого-то в расход пускать, то вы считаете, что вы уже у Господа Бога. И его агитируйте с чистой душой за мировую революцию. Здесь не малина. Здесь Красная Армия, и должен действовать закон военного времени. Так а я что, против? Если кто начнет дурагонить, я лично спрошу. Так спрошу, что мало не станет. Надо будет, рассчитаю, только я. Потому это такой народ, Саша, что если вы дернетесь... Они не поймут. А тут не Одесса, ЧК далеко. Ясно? Миша. Что еще? Погоны надо снять. Что снять? Погоны. Цацкие эти, таксильбант царский, надо снять. В Красной Армии нет погон. Ну, у вас нет, а у меня будут. Ты посмотри, красота какие, они ж сияют. Миш, надо снять. Что ж вы за власть такая? Сами босяки и другим пофасонить не даете. Пройдись по вагонам и скажи, чтобы дисциплина была. А если кто шо, скажи, что я лично спрошу. На, выкини. А что вы тут стоите? Занимайте места по назначенным билетам. Это мое тут. И все, и дайте покой.
Костя, давай пройди по вагонам и скажи, чтоб дисциплина была. А если кто шо, скажи, что я лично спрошу. На, выкини. Что вы тут стоите? Занимайте места по назначенным билетам. Это мое тут? Ага. И все, и дайте покой. Вот тебе здрасте. Фокус-покус. Я решила с тобой. Сейчас судится. Не, я он... тебе говорю, судится. Вот может не в чистом поле, но судится. Еще посмотрим. Кость! А ты как думаешь, судят или нет? А главное, оно самое время. Люди на войну едут, умирать едут. А мы с мужем в мягком. Миша, я думала. Я долго думала. Я решила, если ты такой, я люблю тебя. И я не хочу без тебя. Цели, ну как ты себе это смотришь, а? Что они там, с ума посходили? Ha ha ha!
Что за банда? Кто такие? Откуда? С уголовки, чтоб так сказать. Одесситы? Да. Ну? Я теперь с Молдаванки. Я с Дерибасовской. Остальные с привозу. Командир полка Винницкий. Командир полка Деев. Здрасте, товарищ. Здрасте, товарищ. Майор. Ваня. Да нет, так с детства прилип. Миша, я, конечно, извиняюсь, а как насчет покушать? Да. Мы со вчера... Тихо. Вот морда, а. Вот Петлюра тебя покормит. Ой. Бисова душа. Тыц-гыц-бздыц, а. Я очень извиняюсь, кучерявенький. Но я сейчас именно не с вами разговаривал. Миша, а если без шуток, а? Долго нам еще маслакать по этой жаруке? Сил нет. Йон, ну встаньте строй. Да, распустил ты их. Значит, бери свою эту команду и веди их вон туда, за лес, на хутор. Ну, распихаешь по хатам, там того не хватит места, там на земле ночи теплые. Колодец чистый, мы проверяли. Ну, а насчет пожрать-то как? Да будет тебе пожрать, ну, не сейчас. Ну, через 3 часа будет. Ты давай за дисциплиной смотри. Комбриг будет лично. А он у нас знаешь какой? Какой что? Как родился, удивился. Боевой! Молодой, а как жахнет петушком, так только хавайся. Так что давай, бери своих и... Гражданин начальник, я, конечно, извиняюсь. Так что, бабы там такие? Значит так, кому бабы, а кому боевые товарищи? О! Здесь вам не пляж? Уводи их отсюда, вояки. Какие есть? Нам конь боевой товарищ. А бабы у нас по другой части проходят. Подскакали хлопцы! Да шо? Хорошие груши, мягкие. Миш, будешь? Гуля, ты. Колбасы бы, да. А лучше кулешу. Ладно, пойду пошукаю что-нибудь. Чё ты там лаялся? А ты пойди глянь. Винтовки побросали кто где. Шляются. Хорошо выпить нет. Только жрать им подавай. Да, я б сам съел чего-нибудь. Миш, там буза. Мы же с этими четверами сперва по-хорошему. Вылезай оттуда! Миша, кончайте рвать свои нервы по пустякам. Сейчас покушаем и поговорим с ними по-хорошему. А что на них накинулись, а? Миша, а как жратву у людей красть? Вам же сказали, мы тут кавалеристам везем, они же в соседней балке стоят. А нам? А что вам? Я что, вас знаю, кто вы такие? Кто? Да. Как кровь? Кровь проливать, так мы кто? Да!
сейчас, все, все. Вы оттуда! Прости, Миша. Что же вы как... Все, все, успокой, тихо, простите, Миша, погорячились. Все. Что здесь происходит? Товарищ комдив, мы обед везли вот тут, возле балки, в 25-й полк. А они напали на нас и начали... Кто напал, покажите. А вот этот в фуражке. И вот этот мордатый меня половником по роже начал бить. Взять. Расстрелять! Тихо! Что так сразу расстрелять, товарищ комдив? Вы кто? Винницкий. Японец. Тот самый. Командир 54-го полка. Почему в таком виде? Да отдыхали с дороги, товарищ комдив. Устали. Так что имею доложить. Ерунда вышла. Народ-то со вчера не ел. За дезертирство, мародерство, нарушение приказов командования и расстрел на месте. Товарищ комдив, оно так. Только вас тут человек 10, не больше. А хлопцы у меня боевые, и сознательность у них это не особо. Не дай бог что. Отпустить. А что, как насчет покормить народ? Да. Накормить. Неужели? Ну что, прошу ко мне! А что у нас сегодня на пожрать? Что дам? Что дам? Так и с мясом или каша? Ты ж, комдив, я же вам говорю, что это дело дурное. Разоружить всех, пока не поздно. А японцев под арест. Посмотрим. Коней из ослиных мудей. Супчик жиденький, но питательный. Будет худенький, но сознательный. Давай, быстрее. Давай. Держи. Петлюра в трех верстах в Голубивке. Вот вы, а вот Голубивка. Так. Здесь штаб гайдамасской бригады. 5 куреней. Это порядка 3000 человек. И еще конная сотня. Наступление ожидается дня через 2, но могут начать раньше. А мы еще должны? Удержать оборону. Любой ценой не пустить их к станции. Они многовато их на нас. Любой ценой. На других участках не легче. А с конницей что, Григорий Иванович? А конница в резерве. За вами встанем. Так что драпать не получится. Вы уверены в ваших бойцах? Да уверен я в своих бойцах. Сколько, вы говорите, до вашей Голубивки? 3 версты. Мне интересно, что ты папе сказала? Да он не знает. Софочка знает, а папа думает, что я уехала к тете Вангерман. Да, надо было тебя, конечно, ссадить. Вот я слабину-то дал. Нет, так Бог решил. Что он решил? Чтоб тебя под пули. Что я, что мы. Но сколько я говорила, что все. Не могу. Люблю. Любишь. Значит, судьба. Я цели. Мне к хлопцам надо.
Ночь уже идти. Я с тобой пойду. Куда ты пойдешь, сын мой? Миш. Тут сиди. Будь тут. И я тебе уже не Миша. Я тебе товарищ командир. И либо в бричку и до дому, либо так. Там Голубивка. Село такое. В селе гайдамаки. До черта гайдамаков, аж страшно сколько. И вот они завтра на нас попрут. И что мы будем делать при таком раскладе? И что нам теперь текать? Вот. И я так решил. Но это попервой. А потом подумал. А что такое? С чего текать? А не кто? А я вам скажу. Басоты они. Селяне задрипаны. Им винтовки дали, а у них земля под ногтями. Правильно, Миша. А мы кто? Мы рисковые люди. Точно. За нами фар. Мы и такой же это не дай бог. Да! И щит воровской. Да! Поэтому я решил, а что если нам до этих гайдамаков лихих первыми наведаться, а? Миша, Миша, порвем! Зашухерим петлюру! Изя, а ты гранат-то раздал? Раздал. Командир, что разбудил? Слушаю вас, Григорий Иванович. В Голубивке бой. Что? На всю степь слыхать. С кем бой? Там же петлюровцы. Из наших в Голубивке, окроме полка японца, никого. Присаживайтесь. Так что вы думаете, что японец полез? Черт. А вдруг он возьмет село? Сомневаюсь. А вот если петлюра его шпану расколотит, да по пустому полю в прорыв пойдет, вот тогда... А я говорил, японец никого слухать не будет.
В любом случае надо ждать. Послать японцу помощь мы не сможем, да и не успеем. Будем ждать. Марик, ты куда гуся опять поволок? Так это же ужин, Миш. Какой ужин? Кошерный. О, Марик, молодец. А ну, становись, ну что, Изи? Заморился? Наших чек-20 постреляли. Может, больше. Пока не считали точно. С этими что делать? Можешь пострелять их, чёрт? Мячик что, совсем сдурел? А что с ними цацкать? Миш. Да ладно, кто их стрелять будет? Загоним в хату да запалим. Миша, их на станцию всех отправят. Сейчас. Отправим. Ну что, кто у вас тут за главного? Изи, я что-то неясно сказал. Я. Кто такой? Садыл. Атаман Куриной. О, как. Ну, ведите его в хату. Атаман, а штанив нема! Я был против, но в результате Голубевку взяли, так что… Победители не судят. А ведь японец – герой. Что скажете, товарищ Котовский? Герой. Товарищ Фельдман, раз уж так вышло, Голубевку надо удерживать. Японцу и бойцам передадите мою благодарность. Можете идти. Есть. Бойцы Красной Армии. Шваль. Героическая. Бандиты. А бандиты могут сработать резко. Сегодня они с нами, а на завтра… Да знаю я, знаю, Григорий Иванович. Но Голубевка наша. Так пущай японец ее и держит. А удержит? Сутки удержит. На одном кураже удержит. А может, и больше. Суток хватит, чтобы завершить маневр и ударить по Петлюре с фланга. Должно хватить. А японец сам напросился. Подпущай и воюет. Чем мы должны жалеть всякую сволочь? Оставьте за ними заслон, чтобы блокировать отступление. Можете идти. Есть. Хлопцев своих пригости. Не забрали зад, Гуля! Рожа, зараза. А ну, говори, с откуда горилка? Гуля, тут же ж надо знать рыбные места.
Мы с хлопцами шинок взяли, а там этого добра видимо-невидимо, понимаешь? Тут душа поет и плачет, Гуля! Как баба-то, но! Ну что, ну? Как-то! Отставить! Поехали быстро! А ну, хлопцы, а ну к рынку! К рынку верните! Спасибо, крокодили. Иди сюда, мы к вам ебить. Есть денег, на чем хотим. Хотите, крокодили, начинали жарова. И качая. В общем, так мы докатались. Что пешком сюда добрали? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте вам. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте вам. Шлет привет всем заведениям, всем одесским учреждениям. Бледнолицам, бледночом. Тем бледночом. Так же притом и усы, за лысым волосам, и всем девочкам приличным, конечно, приличным. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам! Вы видели, что там творится? А? Миша, откуда водка? Саш, сидайте, выпьем. Вы что, с ума посходили здесь все? Там перепились все. Почему бьют в колокол? Так от радости. Седайте, выпьем за революцию. Откуда водка? Надо прекратить это немедленно. Это не водка, то самолонка. Из жердел гнали. С каких жердел? С кукурузы, обыкновенная самогонка. Жердел гнали. С кукурузная она, Изя. Изя! А кто ты? Товарищ начальник штаба. Наливай. Стоп. Саша, прыгай дело. Я ж думал, они все повынесли. Шинкаря еще в гайдамаке то ли повесили, то ли утопили, я не знаю. Я думал, повыпили все. А эти вот гады отыскали где-то погребок. Такой хитрый погребок. Да не можно такого представить, чтоб шинкарь не схоронил припас. Быть такого не может, а? Аж две бочки нашли. Надо было изъять. Изъять. И же с пулеметом не отгонишь. Я поорал трошки. А что толку? Ну и вот. Вот и сидим. Ладно, не смотрите, как зверь. Садитесь, выпейте. Я посты проставил. Может, и не пропустит. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам! Пиндос! Одесса. Луля. Странный костюм, ну шо ты, а? Извини. Все думаю.
А мне сон приснился. Мы идем с тобой по берегу, а море синее, синее, аж зеленое. И ты говоришь: ну вот, а ты не хотел. А я говорю: что такое я не хотел? А ты говоришь: это же не море, это же залив Бискайский. А нас только двое было? Да. Так неправильный сон. Цель. Нас уже трое. Цель. Ну что, разлеглись? На, смотри. На нерв, то я Миша. Ёперный театр, то ж Миша.
А мы думали, вас всех перестреляли. Да пустите винты, адиоты. Миша. Много порубали гайдамаки. Ой, дюже много. Ваську вообще в крошево, я сам видел. Мы с мальчиками дернули по степи, думали красно. А там обратно конники выскакивают. И давай рубать, я к тете Мане капусту. Я ушел с хлопцами. Остальные я не знаю. Может, кто и ушел еще. Миш, я не пойму, какой пон своих рубать. Да. Да красных теперь не стоит. Тут где-то станция была. Мы-то туда не сунули. Завоялись дюже стрёмно. Куда нам теперь, Мишка? Шикарный вид! Как можно так пили? Берите уже хорош. Мне потом все это надо трава наколоть. А как такое наколоть? Вот я скажу товарищу Лушкину и вам на горе. Сидите уж не скопчите. Что? Это кто не скопчите? Это я не скопчите? Ну а кто? А хамишь это зря. Может, это товарищ Лушкин? Здравия желаю. Начальник станции Еременко. Командир полка Винницкий. А что, Еременко, не найдется хлопцам водички попить с дороги? Сколько за угодно. Спасибо. Костя, умница, сходите за водой. А вы угощайтесь. О, благодарствую. Вы телеграфист? Да. Я комиссар полка Фельдман. Мне нужно срочно связаться со штабом дивизии. Пожалуйста. Товарищу Якиру срочно. Итак, товарищи командиры, выступление назначено на завтра. Задача ясна? Да, точно. Товарищ комдив, разрешите? Что у вас? Это от комиссара 54-го полка, Фельдман или как его там. А японец-то жив-здоров. Срочно передать Фельдману. Полк расформировать. Японца под арест. Остальные сами разбегутся. Здорово, хлопцы. Здравия желаю. Здравия. Почему паровоз на ходу? Дымится, что же ему сделается? А что это за хлопцы? Какие? Это мои хлопцы. Полка. И что, и машинист там имеется, да? Конечно, имеется. И кочер. А что? Да так. С детства хотел путейцем быть. Ну, бывает. Давай. Давай. Остатки полка находятся на станции. Прошу дать Винницкому еще один шанс. Комиссар полка Фельдман. Точка. Саша, а ты что творишь? Ты куда барабанишь? В дивизию. Они ж нас предали! Списали вчистую! Миша, я должен тебя арестовать. Вот это спасибо. Дурак. Значит, слухайте сюда. Нас всех списали. Подчистую. Полк расформирован. И сюда уже еду. С оттуда. Но им я нужен. Вас они не тронут. Так что решает теперь каждый за себя.
головой, Миша? А я думаю, рвануть до Одессы в мягком. Может, и проскочим на раз, два, три. Еперный театр. Оля, Яня. А то. Куда же мы пешком? По такой жаре. Я извиняюсь, дядя, в какую сторону на Одессу? Так, лоб! Чтоб мы не нервничали, отдайте винтовку. Давай, давай, милай! Резвее! Ну что, хлопцы, решайте, кто с нами, кто как. Я с тобой, Миша. Давай. Ну, а ты как? С нами? Нет, и тебе не советую. А что ты советуешь? Поедешь в Киев, получишь назначение. Ты куда? Царствие небесное. Давай. Все может быть. Ладно, живы будем, свидимся. Извиняйте, если что не так. Комиссару Фельдману, японца арестовать срочно. При сопротивлении расстрел на месте. Комдиву Якиру. Винницкий движется на поезде в сторону Одессы. Людей жалко. Стреляли они из-за меня. Сколько их порубило, почем зря. Из-за моей дурости. Но никто же их за собой не тянул. Они ж сами. Да, Изи, только они думали, Миша король. А Миша их под шашки. Сейчас будет станция. И Рицилю, и сласти. Куда слазите? Так не перебивай. Миша, я не... До Одессы доберетесь пешком, так оно будет надежнее. Миша, я сказал, я без тебя не поеду. Это приказ. Ты за главным. Давай. А ты с нами? А я попозже подъеду. И не перебивай, слушай. Ты, как доберешься до Одессы, сразу уезжай, хорошо? Бери папашу, Софочку, Левку и сразу едь. Да, только Барского найди. Он скажет за гроши. Где, какие банки, сколько. Там хватит. Там еще должно остаться. Я же на тебя все переписал. Без тебя? Ну, не могу я с вами. Ну, я приеду. Я здесь все дела порешаю, сразу приеду. Успею, так мы вместе поедем. А нет, так я приеду на залив этот скайский. Не хочу. Не хочу, не хочу. Угодно. Не хочу. Ну, ты думаешь, я хочу. Миша, не хочу. Так надо. Понимаешь? Для него надо. Или для нее, я уж не знаю. Thank you.
Дальше ходу нету. Сзади что? А что сзади? Сзади пусто. Станция Хацапетовка, приехали. Миша, что делать будем? Значит, слухай сюда, майорчик. Я сейчас к ним пойду. А ты бери всех и взад. Через речку уйдете, а там лесами, ну и нет, в Одессу. Нет уж, Миша, ты как хочешь, а я с тобой. Куда со мной? Там край, майорчик. Да край, не край, мне без разницы. Мне без разницы, что тебе без разницы. Изи, мне твое геройство плюнуть и растереть. Ты мне главное целью выведи, пацанов. До Одессы доведи. Вот будет твое геройство. Сделай это для меня. Как брата прошу. Миша! Не ходи. Ну как не ходить? Там же люди ждут. Киля. Куда бежать, когда такая встреча? Гарный вид.